Здравствуйте, мои дорогие. Давайте на колоде 78 дверей посмотрим, что думал о вас ваш мужчина сегодня на ночь, засыпая. Какие у него были мысли о вас? И были ли эти мысли о вас? Итак, поехали. Да, девочки, думал о вас мужчина. Он хочет быть таким победителем, героем. Любовником в ваших отношениях, хочет быть звездой, хочет быть настоящим мужчиной, мужиком, хочет приехать к вам с подарком, поразить вас. Это такие мысли у него. Пока он за вами наблюдает в соцсетях и понимает, что вы восхитительная женщина, которой очень тяжело ему будет как-то финансово вас нести у себя на плечах, но он не теряет надежды, он говорит, что найдет шанс от судьбы, чтобы вы были в союзе, обеспечены, чтобы вы были вместе, чтобы вы вместе работали над этими отношениями. Он очень хочет любви, ласки, понимания, любви женщины, потому что он хочет сам дарить любовь и хочет эту любовь получать обратно. Но пока он сидит, мечтает, бездействует, отказывается от своей любви, вот находится в таком состоянии, но мечтает, в мыслях есть у него, чтобы найти свой ключ, найти этот ключик и по нулевому аркану Шот-Дурак рвануть в новое, неизведанное с вами, причем в серьезных отношениях. Он влюбленный мужчина со своим кубком наперевес. Абсолютно влюбленный мужчина, хочет с вами двойку кубков, хочет с вами встреч, любовных обниманий, обжиманий сердечных, подарочки, поцелуйчики. В общем, хочет с вами вместе быть. Такие у него мысли на ночь.